Одеса Спорт представляє «Про наш спорт». Оперативно та докладно. Вітаємо вас в прес-клубі «Одеса Спорт». І сьогодні в нас круглий стіл на тему стратегічного значення. Як живе спорт? Як він виживає? Чи є в нашої нації надія на здоров'я? Обговорюємо ці складні теми на прикладі міста-мільйонника України – Одеси. Агентство «Одеса Спорт» і Одеська асоціація спортивного маркетинга проводять цей круглий стіл на тему практично государственной важности на даний момент. Фізична культура – явление первой необходимости для нашого общества, ахиллесова пята. Сьогодні остро стоїть вопрос о здоров'ї нації, наші поступки сьогодні – это завтра здоров'я нації. Наши гости – Олег Владимирович Этнарович, глава постоянной комиссии Горсовета по делам молодежи и спорта. Алексей Анатольевич Диберт, заместитель директора СДЮШОР номер 2 школы с большой историей, вице-президент Одесской областной федерации баскетбола. Виктор Захарович Зубков, тренер-преподаватель СДЮШОР «Черноморец», тренер и футболист с большим опытом, с большой историей воспитания поколения. Александр Валерьевич Шишков, политолог, директор департамента развития Одесской ассоциации спортивного маркетинга. И Владимир Мельниченко, заслуженный тренер Украины по фигурному катанию, человек, много лет возглавлявший льдинку и много лет продвигавший и популяризировавший этот вид спорта в нашем регионе. Олег Владимирович, на прошлой неделе ваша комиссия провела первое в этом году, если я не ошибаюсь, заседание, оно было довольно сложным. Много было обращений спортивных деятелей этого города и общественности на тему правильного расходования как бюджетных средств и постановки вопроса в развитии одесского спорта в рамках городского патроната. То есть какая ситуация сегодня и с какими выводами, скажем так, вы закрыли это заседание? Ну, я вас немножко поправлю. Спасибо за предоставленное слово, спасибо за приглашение и огромное спасибо представителям прессы, которые уделяют большое внимание вопросам спорта. Это действительно очень важно. Я хотел бы сказать, что наша комиссия собиралась второй раз в этом году. Просто первое было заседание касательно программы патриотического воспитания «Я одессит» и работы молодежного совета. А как вы правильно отметили, касательно спортивных вопросов, действительно мы собрались 8 февраля. Обсуждали достаточно острые вопросы. Я просто приведу цифры, которые, может быть, многим известны, что сегодня в бюджете города Одессы заложено чуть более 14 миллионов гривен. Это годовой бюджет на развитие спорта, из которых 90% уходит в фонд заработной платы тех, кто работает в структуре спорта. Всего лишь 3% – это так называемый бюджет развития, и 7% – это коммунальные платежи. 7 тысяч детей Одессы примерно из 100-150, да, и по словам замначальника управления городского по делам физкультуры и спорта Оксаны Чернявской, вот 42 тысячи гривен выделено на 600 турниров. То есть простые как бы арифметические упражнения, мы понимаем, для турнира отводится 70 гривен на его проведение. То есть такая сегодня как бы статистика. Что делать? Я хотела бы предоставить слово Александру Валерьевичу Шишкову, политологу и представителю Одесской ассоциации спортивного маркетинга, потому что именно эта организация явилась вдохновителем, собственно, нашей сегодняшней встречи. У них есть некоторый план развития, что же непосредственно делать. Планируя это мероприятие, мы сразу хотели, чтобы оно не превратилось опять в пространство пустых звуков, а имело какую-то конкретную цель. И для этого мы пригласили начальника управления по физической культуре и спорта Биландова Игоря Ивановича, но, к сожалению, никто из руководства, скажем так, спортивного руководства города к нам сегодня не приехал. Ну, очень жаль, но, тем не менее, я думаю, что наше сегодняшнее собрание будет иметь какой-то смысл. У нас сегодня 6% нормальных детей с уровнем нормального здоровья, а норма постоянно понижается. У нас сегодня в школах урок физкультуры сокращен до минимума. У нас сегодня двигательная активность детей, она уничтожена практически. Вот эти вопросы нужно поднимать. Но мы обращались в управление физической культуры и спорта со своими предложениями. К сожалению, мы не были услышаны. Из позитивных моментов, которые бы хотелось ответить, вот мы сейчас начали с городским руководством прорабатывать, это уже вот мы работали с Черненко начали, вот сейчас, к сожалению, он ушел, сейчас Ильченко Николай Степанович
То есть город озабочен вопросом создания спортивных баз. И когда вы начали говорить, как это сделать, поступило предложение, говорим, зачем изобретать велосипед. У нас есть большое количество школьных стадионов, спортивных залов, которые есть, но сейчас крайне ситуация плачевная, никто не занимается. Поэтому была вот такая идея, на которой мы сейчас усиленно работаем. Мы готовим комплекс перечень школ общеобразовательных, на базе которых можно было бы создать вот такие очаги спортивной культуры. По сути, всегда школа – это и есть центр жизни, да, в каждом микрорайоне. Это всегда большое количество детей, подростков, которые там находятся. Это нормальные транспортные развязки. То есть удобно там находить. Поэтому вот сейчас мы готовим пул таких школ. Это будет там 2-3 школы в каждом районе, ну вот по такому проекту, как есть, где можно бы сделать было реконструировать стадион или площадки волейбольные, баскетбольные, и уже, скажем, сделать это как кусты, как очаги такого спортивного движения, которые бы использовались как в общеобразовательном процессе до обеда, скажем так, так и детско-юношескими школами после этого, и в вечернее время вполне возможно клубами, скажем, какие-то, которые приходят, играют в футбол даже взрослые люди, или там волейбол, баскетбол, вполне возможно даже и внося какие-то деньги за использование этими площадками. То есть вот такую симбиоз хотели бы сделать, то есть то, что у нас есть, вложить средства, которые мы тоже сможем располагаем, и самое главное сделать так, чтобы это было заполнено жизнью. Вот такой проект сейчас существует, мы его пытаемся с городским руководством сейчас продвинуть в рамках концепции развития города. У нас сегодня масса детей, масса, я подчеркиваю, не один, не два, масса, бросив в Одесский регион, выступает за Харьков, за Киев, там, где есть эта площадка. Это движение приняло масштабы уже очень большие. Обращаясь к городским властям, к бывшим, на сегодняшний день уже идет разговор, вот многие журналисты это знают, поднимался вопрос о строительстве катка по программе развития хоккея Украины. Этого площадки нам не дали. Площадку мы планировали, и проект у нас есть, и Центр олимпийской подготовки имени Виктора Петренко. И еще до вас мы обсуждали этот вопрос. Мы говорим о том, как это сделать. Это же, конечно, город должен сделать. Естественно, что городское управление сегодня не пришло сюда, потому что это их работа. Мне, наверное, повезло. Я действительно работаю с таким замечательным человеком под руководством Бориса Ильича Литвака. Это и история, и наше настоящее, и наше будущее, не только нашей школы, наверное, всего нашего спорта и нашего города. Что касается хозрасчетных групп, платных групп, мне кажется, и я здесь выражу мнение Бориса Давыдовича Литвака, он постоянно говорит о том, что детский спорт не должен быть платным, потому что, вкладывая в детей деньги, мы вкладываем их в наше будущее, этих детей. Если мы будем вводить, что школа начнет заниматься какой-то коммерческой работой, вы извините, я немножко возражу вам, сдавать в аренду спортивную экипировку, спортивную амуницию, мы, значит, превратимся из воспитательного учреждения, мы превратимся в коммерческое учреждение. Мы будем пытаться ставить перед собой задачу не воспитывать молодежь, не воспитывать детей, а зарабатывать деньги. Ведь мы воспитательное учреждение. Если будет сокращаться в пропорции, насколько мы сократим на сегодняшний день вливание денег в физическую культуру и детский спорт, ровно настолько же, если не в кратном размере, мы будем вкладывать деньги в программы по борьбе с детской наркоманией, программы по борьбе с детской преступностью. На каждого сокращенного из-за недофинансирования заработной платы тренера мы вынуждены будем вкладывать эти же деньги в двух-трех инспекторов по делам несовершеннолетних. Спасибо, Владимир Балык, Одесская ассоциация спортивного маркетинга. Мы близимся к завершению. Вопрос на тему. Мы очень хорошо знаем Олега Владимировича, знаем, чем он занимается. Благодарны ему от нашей конкретной организации. Действительно, человек понимает спорт, пытается сделать и много чего сделал, но хотелось бы вот как представителю городской власти спросить по поводу работы управления. Это управление, которое непосредственно должно заниматься развитием спорта, контролировать спорт в Одессе. Мы сегодня, люди, которые осознают проблему в городе, они понимают, как сегодня работает управление. Хотелось бы узнать, для чего это управление? Для того, чтобы выдавать зарплаты и чтобы оно работало так, как оно работает, можно так сказать, не работая. Проблемы
Проблем очень много. И вообще, по каким критериям отбираются работники управления? Ну, там работают люди, которые вообще не имеют отношения к спорту. Действительно, нас очень волнуют вопросы, которые сейчас поднимаются по работе управления. К нам действительно приходит большое количество обращений и жалоб. Мы очень озабочены. Я не считаю, что это мы не будем сейчас в детали вдаваться, но хочу сказать, что деятельность управления спорта сейчас под пристальным нашим контролем, и мы направили запросы по деятельности, по итогам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы и наша общественность одесская получим ответ на то, что там происходит. И я уверен, что городское руководство, Алексей Алексеевич, будет принимать то решение, которое будет правильным. А мы со своей стороны подготовим всю информацию, чтобы это было максимально объективно. Я как человек спортивный, человек, который в 86 году в 6 лет бегал под столом и болел за сборную СССР на чемпионате мира, и знал, кто такой Игорь Биланов, уже весь состав киевского «Динамо» в 7 лет мог перечислить по памяти. Я с большим вдохновением встретил это назначение и подумал, что наконец-то у руля стал человек, который понимает спорт, который из спорта вышел. Но, к сожалению, те механизмы управленческие, которые были внедрены, они не работают. Понимания спортивных проблем нет. Все, на самом деле, еще более усугубилось. И я надеюсь, что мы с агентством «Одесса Спорт», и, может быть, в таком составе, может быть, в другом составе, все-таки попытаемся еще раз пригласить нашу исполнительную власть, да, который непосредственно нам ответит на вопросы, простые вопросы, что делать для выполнения, для исполнения тех задач, которые стоят сегодня перед спортом. И какие цели вообще стоят перед одесским спортом? Мы цели не видим, а цели, они выражаются в количественно-качественном отношении. Столько-то медалей золотых, столько-то детей в этом году начало заниматься спортом, столько-то здоровых детей. Вот это надо. А нам, к сожалению, с экранов льют воду, делая из нас как людей толпы. Нам говорят цифры, нам говорят явления какие-то, которые абсолютно не соответствуют действительности. Кому задавать вопросы? Понятно, что... Законодатели наши сегодня несут ответственность только за какую-то определенную область. То есть, если что, нужно принять какие-то решения, протолкнуть через горсовет, и мы видим, что это эффективно работает сегодня. Но исполнительная ветка, она сегодня не выдерживает никакой критики абсолютно. Я хотел бы ответить и сказать о том, что я ни в коем случае не хотел бы, чтобы, мы как-то делили исполнительное, законодательное. Мы прекрасно чувствуем, что для людей, для наших граждан Одессы, у них они до этих тонкостей еще не дошли, им вряд ли это надо вообще доходить. Давайте так говорить, что мы очень внимательно ситуацию изучаем. Я повторюсь, что для нас ситуация, которая сложилась в спорте и конкретно в управлении, это действительно тревожно. Мы разберемся и, повторяю, сделаем все совместными усилиями, чтобы, наконец, город, наши жители почувствовали изменения к лучшему. И в данном конкретном вопросе, который, как мы говорим, через детей, это самое, самое такое ранимое, самое то, что касается практически каждого жителя нашего города. Наша фракция действительно говорит о том, что все вопросы спортивного плана, социального плана, вы уже видели пример, как решаются вопросы с больницей скорой помощи, на очень внимательном контроле нашей фракции. Мы еще раз обращаемся, что те вопросы, которые есть, проекты, которые существуют, обращайтесь к нам. И я готов по всем спортивным проектам здесь служить проводником, поэтому получайте, мы будем их внимательно рассматривать, и наша фракция сделает все, чтобы в минимально возможные сроки эти процессы уже обрели какие-то контуры. Я прекрасно понимаю, что есть тут много сложностей, и вы все понимаете, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, но еще раз повторю, давайте в конструктивном ключе мы готовы работать. Еще раз хотел заверить, что наша фракция, а соответственно и городской совет, потому что мы обладаем там большинством, будет стоять на поддержке всех этих социальных программ. Это я вам гарантирую. Ну що ж, сьогодні спорт у занепаді, це зрозуміло. Але є надія, це теж зрозуміло. Чекаємо на добрі новини та на добрі вчинки. До зустрічі, усього найкращого. Одеса Спорт представляє «Про наш спорт». Оперативно та докладно.